На календаре август теплое солнце и легкий ветер способствуют только хорошему настроению, но никак не проявлению заболеваний. Правда, в поликлинике номер 2 людей много, но не стоит волноваться. Большинство из них приходит в учреждение здравоохранения, чтобы пройти медицинский осмотр. Кому-то он нужен для работы, другим для учебы. Желающих попасть в кабинет узких специалистов достаточно, чего не скажешь о ситуации с прививочным пунктом. Здесь тишь да гладь, а причина такого положения дел проста. Многие уже получили свою дозу вакцины. На сегодняшний день в нашей поликлинике вакцинировано более 6 тысяч человек. Это лица, которые получили первый компонент вакцины. Мы вакцинируем вакциной Гамковидвак. Это двукратная вакцинация с интервалом 21 день. Если человек по какой-либо причине через 21 день не смог прийти на вторую вакцинацию, сотрудники поликлиники связываются, уточняют причину и оговаривается предварительно дата повторной вакцинации. Интервал между первой и второй вакцинацией составляет от 21 дня, может составлять до 90 дней. Да, тех, кто получил свою дозу иммунитета в Брестской городской поликлинике номер 2 немало, но медики не планируют останавливаться на этих цифрах. Согласно национальному плану мероприятий по вакцинации против инфекции COVID-19 в Беларуси на 2021-2022 годы планируется охватить прививками не менее 60% населения страны. Только в этом случае будет возможно сформировать коллективную защиту и повлиять на интенсивность распространения вируса. Стоит отметить, что вакцинации прежде всего подлежат лица с хроническими заболеваниями дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, пациенты с сахарным диабетом, пациенты с ожирением. Это лица, которые подвержены риску осложнений и тяжелого течения коронавирусной инфекции. К слову, в Брестской городской поликлинике номер 2 организовывают и так называемые выездные пункты вакцинации. Бригада врачей со всем необходимым оборудованием и дозами лекарств отправляется на городские предприятия. Это удобно для работников. На сегодняшний день у нас уже провакцинировано 23 предприятия по городу Бреста. Хочется отметить, что сотрудники предприятий довольно активно соглашаются и участвуют в данном этапе вакцинации. И мы продолжаем вакцинировать. У нас практически каждый день продолжаются еще выезды на предприятия. Ирина Левчук, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.